Шведка Сара Бекман очень разносторонняя девушка, которая привыкла брать от жизни все. У нее немало достижений, но главным можно отнести участие в World Wrestling Entertainment и съемки в шведском сериале «Гладиаторы» для телеканала MGM Television, где она сыграла роль Спирит. Сара пользуется большой популярностью в социальных сетях. У нее почти 200 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка любит свою аудиторию и охотно делится с ней фото и видео с процессом тренировок. В 2015 году она начала карьеру маклера по недвижимости и теперь совмещает работу и занятия в зале, которые остаются ее любимым хобби. В детстве Сара переживала из-за избыточного веса и часто подвергалась насмешкам со стороны сверстников. Но в 2006 году ее жизнь кардинально изменилась, когда в возрасте 14 лет она пришла на первую тренировку по армрестлингу. Тогда Сара не возлагала на это занятие больших надежд. Ей просто хотелось найти хобби, которое сделает ее сильнее и увереннее в себе. Но на первом же занятии девушка познакомилась с элитной спортсменкой WAL Малин Кляйнсмит. И эта встреча стала для нее судьбоносной. Сара влюбилась в армрестлинг и стала упорно тренироваться. После нескольких лет усердных тренировок шведскую спортсменку ждал успех. Она не только перестала стесняться своего тела, но и обрела физическую форму, о которой раньше могла только мечтать. Но красивая внешность не единственное, что получила Сара в награду за свои старания. Девушка начала участвовать в женских соревнованиях для армрестлеров и быстро заработала репутацию самой сильной спортсменки в мире. За период с 2006 по 2013 год она получила 8 титулов чемпиона мира, 8 титулов в Европе и 11 титулов в Швеции, что весьма впечатляет. В 2013 году девушка решила взять перерыв и переехала во Флориду, где начала новую карьеру в WWE. Однако уже в 2014 году девушка расторгла контракт и продолжила поиск себя. Сегодня она, посвятив несколько лет работе риэлтором, возвращается в мир спорта. Чтобы добиться идеальных показателей, Сара проводит много времени в зале. Вес 30-летней девушки при росте 170 см составляет примерно 85 килограммов. Она меняется в зависимости от сезона, но одно остается неизменным – ее гармоничное телосложение. Сара уделяет время как общим тренировкам, которые помогают ей становиться сильнее, так и упражнениям для рук, ведь именно эта часть тела сделала ее такой популярной. Бицепсам девушки позавидуют многие мужчины. Ее любимый прием в армрестлинге, благодаря которому Сара так часто побеждает – хай-хук. Сара – удивительный человек, ведь она может быть такой разносторонней, не забывая при этом делиться позитивом с окружающими. Она обожает животных и счастлива в браке уже несколько лет. Сара охотно дает интервью, в которых рассказывает о своей личной жизни, спортивной карьере и опыте выступлений. И ее можно назвать завсегдатаем разных мероприятий, посвященных спорту. При этом у нее всегда достаточно времени для тренировок и общения с подписчиками. Она – живое доказательство того, что дети, над которыми смеялись в школе, могут стать успешными, здоровыми и счастливыми.